Привет, мои хорошие, с вами Селена. Мы в горизонте, отдали машину. Я не знаю, конечно, вы так просите у меня эти влоги, а у меня батарейка вечно садится, и меня это бесит. Вот, я зашла сейчас в магазин селективных духов, взяла свою куртизанку дворцовую. Сейчас набрызгалась, что-то она прям душит меня. Ну, я надеюсь, что она чуть-чуть сейчас освободится. Мы с Кристиночкой, естественно, с моей красотулей. Че, у нас 3 или 4 часа мы будем здесь гулять по горизонту. Я думаю, что будет сейчас прямой эфир в Инстаграме, и кто с нами, тот будет с нами. Вот, ну потихонечку в туалет забежим. В общем, будем держать вас в курсе того, что мы будем здесь делать. Первое, чем я хочу... И у нас сразу такой рост. И вот первое, чем я хочу поделиться... Ой, какие... Вот я иду на эти витрины, смотрю, и просто кайфы, да? Ну, кайфы. А что это у нас? Фурла. Фурла-ла. Я раньше здесь, кстати, покупала эти брелки. Мне очень нравились. И потом задарила. Здрасте. Кому-то задарила. А брелки есть? А, сейчас немного брелков. А были такие красивые, яркие. Брелочки. Во, глянь, сердечко. Ай, прелесть. Ой, глянь, вообще. Сумочка. А, я вижу, да. Красота. Ну, вот такое настроение поднимает на целый день. Можно просто походить, потрогать, глаз замылить, зарадовать. И идти дальше. Приколюшку нашла еще, смотри. Красиво, да? Красиво! Прям как футур какой-то. Так, крошки. Мы, короче, в кафе Гайд Парк. Я его обожаю. Я как-то даже здесь обзор снимал еды. Мы заказали постное меню. Картошечку с грибочками. Кофе. Кофе. Кристина, что? А Кристина вот такой у нас кофе пьет. Серьезный. И без сахара наверняка. Я такое не могу. Давайте отведаем картошечки. Ой, ой, какая красота, какая прелесть. Ой, 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 ой. В общем, мы кушаем, параллельно ведем прямой эфир. Кто с нами был, пишите. Инстарулит. Хэштег инстарулит, кто с нами был в этот день в Инстаграме. Отличие мою мягкость. Или 5 лет назад. Да вот трещим с Кристинкой, а я глаз не могу отвести от ее новых бижутерии. Да? Смотрите, как красиво. Я прям хотела вам показать. У тебя такое только похоже. Мне напомнило. И сережки такие же. Красота. А ну покажи. От тебя пахнет пудрой. Пудрой? Это потому что я надуханилась. Да, они что-то пудровый запах. Вот, он уже совсем, я его даже не чувствую на себе. Ты чувствуешь пудру? Блин, неужели нужно будет покупать этот дорогой аромат, Галина? Что это за аромат? Ну, это вот... Пойдёт в кабинет? Это тот аромат... Слушай, мне кажется, у тебя такое лицо маленькое, а у меня такая ряха здоровая. Наоборот, смотри на мое лицо. Видишь, у меня круглое, блин. Это... Зачем ты показываешь? Это все естественно, Селена. Вот объясните ей, что естественно быть естественным человеком. Естественно живот, естественный старый подбородок. А не Синди с вот такой попкой. Кстати, говорят, Синди – это брюнетка, а Барби – это блондинка. Я думала всегда всю жизнь наоборот. Ну, вообще-то Барби – это... Блондинка. А это и та брюнетка. А Синди – брюнетка. Кто знает про кукол? Кто там Синди, Барби? Кто из них брюнетка? Кто-кто? Вспомни, Барби. Тихо, не говори никому. Но... Блин, вот Кристинка, да? Я чтобы в видео такая, на, это тебе подарок. Что мне привезла? Ну да, я уже думаю. Да. Бронзер, хайлайтер и румяна. Теперь я буду бронзированная и румяниная девчонка. Вот, я уже попробовала, вот здесь сделала себе тестер, видите? Короче, румянки, кстати, очень такие мягенькие. Ну, в общем, красота, спасибо, Кристюшки. Это прямой эфир был? Нет, это был не прямой эфир. Это влог Кристинка. Вот зашла в Кико. Кто-то мне говорил, что посмотри, что у них продается. Тут, ну, короче, посмотрю. Но покупать ничего не буду. Хотя у них сейчас, если 3 предмета покупаешь, там будет скидка 20% на весь чек.
В общем, посмотрю, что есть. А может, что-нибудь возьму? Я уже вижу что-то прикольное. Блестки. Я нанесла сейчас тушь Кико с блестками. Тушь с блестками завершающая. Ну-ка, смотрите эффект. Смотрите, блестят реснички. Вот под разным углом света. Вот. Прикол? Как вам? Вообще не пойму. Я блестю. А теперь я еще нанесла и подводку блестящую. Во. Тушь вся у них по 350 рублей, а вот эта подводка стоит 630 рублей. Не знаю, конечно, таким не пользуюсь. Блин, да что за свет здесь? Во, вот свет, а ну-ка. Ну-ка. Вроде цвет вот такой профессиональный. Видно подводку или нет? Блестю я. Вот мы подошли к очкам. Ну, естественно, в торговом центре не замерить очки. Но к весне присмотреться, что там будет у нас. Мне кажется, вот это вообще клевые очки, да? Как вам? Мне кажется, вообще на тренде вся. Сейчас еще что-нибудь прикольненькое замерю. Очки все по 600 рублей. Кайф. Но эти очки уже подороже, 900 рублей. Видите, какая резная работа здесь. А вот еще интересный вариант, да? Кристина тоже решила замерить. Но не звезда. Да звезда ты. Ну вот эти мне немного большеватые. Ну блин, а вот розовые. Ну эти простенькие, да, просто чисто оправа, то что вот такая яркая. Классно. А вот еще интересный вариант. Ой, нашла еще что-то прикольное. Это все по 600 рублей то, что. Вот, смотрите. Ну-ка. Я в клубе. Тоже интересный вариант, да? Что-то голограмма какая-то, голографическая. Там туда буду дай. Там буду дай. Там буду дай. Камень смотрела, да? Да. А недавно Харламова смотрела. Да буди буди дай, Воронеж, Дубай. Ой-ой-ой-ой. No one. Такие милашки. Новые очки уже в применении. Мы идем в Риц через улицу суши кушать. Кушать суши. Солнце фигачит. У нас кайф и весна. Последние 3% снимаю. Сейчас заряжу. Риц. Суши больше нигде нету. Я бы пошла куда-нибудь в Тануки. Хотя у нас в Ростове, по-моему, Тануки нету. Насколько я помню. Так. По ступенькам поднимаемся. Главное, зарядку нам. Ну вот мы в Рисе, и что? И зарядила я батареечку. Кристина тут селфи устраивает. Но она меня не фоткает. Заказали суши. Я, кстати, вот в Рисе заказала. Я вообще люблю. Это у нас овощные, да, какие-то? Вот это овощные. Это постные. Тут Кристина делала себе. Это у нас идет лосося Филадельфия с сыром, я люблю. Это креветка Филадельфия. Ну, я люблю ощущать, вот сыр мне нравится, и я люблю лосось отдельно, креветку, поэтому я так заказываю.
чаек заказали вот такой с розмарином и вишней. Но он не в прозрачной у нас, а в обычной. И кайф, конечно, я визуал. Я визуал, и трогать мне надо, и нюхать. Все должно быть замечательно. Ну, в общем, мы сейчас покушаем. Телефон пока заряжается. Жду звонка от этих, как их называют, от машинных. От машинных. В общем, приятного мне аппетита с Кристиной. И вам, кто кушает с нами. Я все затестила, все очень-очень вкусно. И вот эти, кстати, роллы, я думала, они будут невкусные. Кристина как говорит, ой, овощные, это не роллы. Я попробовала, такая вкуснятина. Ну, конечно, это не роллы в понимании классическом роллов, но очень вкусно сделано, кстати. Так что, кайфы нам сейчас. Сюда вот этим роллом майонезика надо. Майонезика, бы кетчупа, кетчунезика. Это уже не роллы. Это уже не роллы, да. Да что ж ты кашляешь-то так, а? Крошек мой, где наша Текси? Это? Так, нет, сказали. Вон оно наше, да. Побежали. Побежали за машинкой, ура! Ну что, крошечки, картошечки. Машинку мы забрали, духота невозможная. Все, едем, короче, в Мегу, да? И надо, блин, сегодня на почту отправить. В общем, в Мегу еще? По ссылке. В Мегу, да, надо. В Лизи Коллекшн. Подъехала к почте, вот, и вот такие вот два цветочка я отправлю. Там был, конечно, другой, но мне кажется, что вот эти цветочки лучше. Я решила взять один цветочек, отправить девочкам цветочки. Потому что в Ростове здесь я уже девочке отдала приз. Это конфетка была, которую она выбрала первая. Первая написала мне. Ну, два цветочка решила оставить. Девочки красивые, я думаю, им цветочки типа дойдут. Тем более весенняя тема такая. Так что ждите, скоро приедут ваши призы. Ну вот, я стою на почте и пришла ко мне клипса. Мне вот свой номер сказать, чтобы получить якобы смс-ку о том, что он получил, да, я так понимаю? Ну, не обязательно. Веселю тут все. У вас будет номер, где вы будете отслеживать. А, все. Ну, все, я все заполню. Все, подарки отправила. Ой, и смотрите, чу! Ю-ху! Какой огромный пакет! Там мои костюмы, так что ждите скоро мои новые костюмчики! И мой новый стайл. Слушай, а может это не костюмы там? Крис, ты вообще ничего не замечаешь у меня? Да заметила, а еще оттуда блестело прям. И что, и как тебе? Как тебе твоя новая подруга с козюлей? Подруга с козюлей. Как Линда, да? Помните? Да. Я ворома, я ворома. А вот так, Крис. Не, ну что-то в этом есть. Давайте не будем смеяться. Это серьезная тема. Это стайл, это модно, блин. Скажите, кому нравится такая тема? Смотри, как она блестит, прикольно. Силя, а можно твои конфеты? Ну, она, наверное, должна вот так быть вообще туда, да, в обтяжку. Мне кажется. Крис. Не заставляй меня вырезать твой смех. Я не пойму. Вот так, смотри. Может, это на зуб? Нет, это сюда, между... Ой, сопляк взорвала! Да не, мы сделаем все, будет классно. Видосы буду снимать именно так. И все будут думать, ты что, проколола? Вот попомните мои слова. Все так и будут писать в комментах. И вообще напишут, что я сошла с ума. Мама, и ты такое творю. Татуировка, пирсинг. Кристинка открыла большую посылку. Это малому моему пришел такой вообще классный. Кайф! Так, мы приехали в Мегу. В Мегу Леди Коллекшн нас ждет. А знаете, вот у меня прикол все время. Я, короче, одеваю, когда обувь. Я же мерила там тапки в горизонте и так далее. У меня, короче, вечно расстегнута обувь. Я такая, как босяк какой-то хожу. Так, а еще надо будет в Ашан зайти. Короче, прикольный день сегодня. Надеюсь, вам понравится вложик. Вы мне пишите, если что. Давно не было вложиков, да, у нас? Какой-то дед идет сзади. Кристинка, правда, кашляет все время. Но она простыла. Да дед какой-то идет постоянно сзади. За спиной у Селены. Дед Крис. Дед Крис. Ну что, вот мы пришли в Леди Коллекшн. Счастье нас ждет. Затариваемся. Долго или коротко. Но я выбрала это. А теперь я пошла искать Кристинку. Ой, она уже выглядывает меня такая там из-за угла. Где ты бродишь? Сколько вкусняшки. Так хочу что-нибудь. Блин, какая диета? Все, диета жесткая вещь.
А, вот мы в Ашане уже. Короче, я решила попробовать, кстати. Опа! Все, потому что невозможно, ну вы поняли, да, трусики? Невозможно одеть на сына памперс. Он так крутится, вертится, блин, я ему по 10 минут одеваю эти памперсы. Аж приходится как-то его это. Кристина красивая, огросла губы. Короче, мы по Ашану идем быстро, сейчас много берем продуктов. Память заканчивается, много снимать не буду, сейчас уже буду прощаться. Ой, ну вот мы вышли с Ашана, господи, я так устала уже, так устала. Набрали, в общем, кучу всего. И вот я взяла опять вот в аптеку перед Ашаном зашла. В общем, Лепикар, вот это вот купательная смесь, хотела сказать. Купательная штука. Я не знаю, как назвать. Эссенция масляная такая. Но она и пенится, по-моему, это та же, да? В ванну добавляешь. Ну, очень классная. И нет ей аналогов. Может быть, кто-то знает аналоги вот такой вот эссенции, то говорите мне. Смысл в чем, что... Ну, она очень дорогая, поэтому нужны аналоги. Смысл в чем, что ее добавляешь в воду, она пенится. Ты малого купаешь, а потом смывать его не нужно. То есть она еще увлажняет очень хорошо кожу, и как раз-таки для вот увлажнения хорошего. Вот так. Есть аналоги, говорите. Но пока вот, Лепикар. Дома, в общем-то, сейчас будем кушать плов. Малышня соскучилась за мамой хоть немножко. Так ощущение, что прям забыл, пока меня не было за целый день. Решила сделать небольшое продолжение влога. Мы с Кристиной уже следующий день. Мы вышли с малышом погулять. Смотрите, как у нас. Мы гуляем возле техникума на Сельмаше. У нас солнышко, как всегда, уже не знаю, какой день. Кстати, брови мои, вот кого интересует, смотрите, у меня вот здесь уже сошла корочка полностью за один день. Я намазала вазелином, намочила их, в общем-то, пальцем вот так провела, и оно все ушло практически. Ну, может, какие-то кусочки остались. Ну, тут солнце сильно яркое, не видно, да? Вот. И я распаковала посылку, оказывается, посылка просто мне... В общем-то, много там планировалось прийти, а посылка это пришло одеялко. Две девочки, две сестры. Кстати, недалеко живут в Волгограде, по-моему. В Волгограде, да? Близ Волгодонск, Ростовская область. Ой, Волгодонск. Да, Волгодонск. 4 часа сказали, что ехать даже от нас, так что даже как-то у нас очень реально даже увидеться. В общем, две сестры шьют сами одеялки, всякие приколюхи для детей. Вот придем домой, я вам покажу, такую красоту прислали. И Мишку. Мне очень понравилось, я бы даже себе такое. Да. Они взрослые не шьют. Очень классные, ну, такие можно, мягкие. Кстати, можно спросить. На всю кровать так. Кстати, это я отправила своему любимому, и он сказал вообще крутяк. Ему да? очень понравилось. Да. Ты скажи еще на ощупь какое. Да. Так что это, придем домой, покажу вам. Ну а сейчас прямая трансляция. Снова. Мы пришли с улицы. Там такой мороз. Руки просто заледенели. А вот такое классное одеялко подарили нам девочки из Волгодонска. Мы говорили уже в прямом эфире, кто с нами был, кстати. Привет всем. И подарили нам такое одеялко. У них очень много классных приколюх. У них девчонки на самом деле в декрете. И они вот начали заниматься такими вещами. Они только раскручиваются, поэтому у них очень классные цены. Я ссылочку оставлю внизу. Может быть, вы что-то найдете интересненькое. Там очень, очень классно. И очень качественно делают. Что, сына? В общем, вот такое одеялко вообще очень крутое. С другой стороны оно еще вот такое классное. С мишками. А мишку какого нам подарили, сын? Вот такой мишка у нас еще. Вообще классный. Мишка, нравится тебе, сын? Спасибо, девчонки, большое. Нам очень нравится. Привет вам. Ну и, наверное, все. Пойду монтировать для вас влог, так как вы его ждете. Я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. У меня уже и памяти, и батарейки на телефоны нету. Пока. Нет, подожди.